Скайс – это украшение на зубы, которое своим мерцанием сделает вашу улыбку ослепительной. Также с помощью него можно скрыть небольшие дефекты эмали. К нам обратилась пациентка с просьбой снять скайс. За долгие годы носки камень изрядно постарел, он стерся и потерял блеск. Камень был установлен около 10 лет назад. Наружная поверхность зуба восстановлена пломбой, поэтому для лучшей эстетики камень был погружен в пломбу. Если зуб целый, то скайс наклеивается поверх эмали без сверления полости. На этом видео показываем, как мы снимаем скайс из зуба, восстановленного пломбой. Оставшийся дефект закрываем пломбировочным материалом. Процесс установки пломбы можно посмотреть в нашем видео, ссылку я оставлю в комментариях. Будьте модными и неповторимыми и обращайтесь к нам. Мы подберем для вас самые красивые украшения и сделаем вашу улыбку ослепительной.